себя потянула, и она полная. Лег, держи курс на планету Марокко. Держу, бегу. Но сегодня я сяду. Опять у нас все как дупли пусто называется. Вчера уходила, все наполнила. Вообще мороженое у них. Обалдеть. Обалдеть. Живем за счет мороженого. Харчи не продаем, продаем мороженое. Нормально это. И когда-нибудь дырочку от бублика пробовали? Дырочку от мороженого. Одна сплошная дырочка. 20 вазочек не хватает. Хорошо, что я вчера перетарабанила все. Все на витрину. А запасов нет. А закрома пустые. И что будут наши друзья-марокканцы кушать? Нас с вами. На закуску. Все наши бегают. Глаза по 5 копеек. Расслабьтесь, ребята, работайте. В нормальном режиме. У нас украли открывашку, ребята. По открыванию банок. Стефания говорит, Лиля, Реша прирмила. Конечно, откроем. Что мы с вами? На природу не ездили, чи що? Неосторожно, ручки не порезать. Так. Мы с вами и руками откроем. Не откроем руками, зубами отгрызем. И открывать полностью. Раз. И открыли. И Лёк так старалась вчера. Так работала. Это один вариант остался. Три клубники было. Ой. Завтра выходной. Вы поняли, да? Намёк. Ну, конечно, не только завтра, но ещё и сегодня. Надеемся, что не до глубокой ночи будем мороженое делать. Но придется работать, работать. Работа такая, никуда не денешься. Себе еще одну баночку открыла помидорчика. Побежала Лилька. Мадонна Санта. Tradue anni ci ritorno. Смотрите, какая причехан. Постирала волосы. Сейчас как даст мне ножом. Ешь, Мишенька, ешь. Ешь, моя солнышко. Ешь, моё солнышко. Зайчик, попрыгайте. Зайчик, попрыгайчик. Зайчик. Попрыгайчик. Попрыгайчик. Козочка моя. Красавица южная, никому не нужная. Муа. Полчасика, как новенькие. С месяц уже не было в бассейне. Красота, да? Прохладненько. Вот где хорошо. Привет.
Ура! У папулечки с мамулечкой созрел первый кабачок. Лилечек, ты радуешься, как дурачок. Так они ж первый кабачок зажарили в Подмосковье, представляете? А на Новый год глядишь, и огурцы с помидорами. Подоспеют, вот это наедимся, да? Ой, ладно, ребятки. Мокрая опять, как мышь, а вроде покупалась. Что купался, что не купался. Так, Лилёк вчера арбузик купила, а вас не угостила. Свинота. Знаем. Исправляю свою ошибку. Это, наверное, было позавчера, не вчера. Потому что я уже вчера кусочек отгрызла. На тихаря. Без вас. Ладно, давайте. Ну, хоть и не сильно сладкий. Но водичка есть водичка. Трещить. И уже хорошо. И уже, слава Богу. Так. Оп. Отрезайся давай. Сейчас мы тебя слопаем. Ребятки. Татуська. Мне позвонила Лидуська. Татуська, ты ее знаешь. С Милана. Возможно, завтра у нас будет гость. Дырочка вырезалась. Непонятно чего. Первый гость с Ютуба, ребята. Конечно, если Лидуська не передумает. Потому что ее муж не сильно хочет ехать сюда, в Геную. А Лидуська хочет. Ох, как сядем мы завтра с ней. Как потрещим. По-бабски. По-нашенскому. Потому что она тоже там все с итальянцами, то с итальянцами общается. Ну, с мужем, конечно. Лидуська, не передумай. Но если не приедет завтра, то на следующее воскресенье обязательно приедет. Вот так вот. Берите, ребята. Это не мороженое, но холодненький и в меру сладенький. Так что завтра, если Лидуська приедет, видачок снимем. Видачок я и так бы сняла. Но все-таки, знаете, первый гость с Ютуба, как вроде бы инопланетянин с другой планеты. Хотя вот он, Милан, рядышком, да? Едь не хочу. И она говорит, а что мне 100 километров проехать? Села и поехала. Так что ждем гостя. Давайте, Лилёк, арбузика покушайте. А завтра я вам все расскажу и покажу. Угу.